Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Барбаркью. Так, бюллетень игр нафиг нам не нужно. Все это, смотрите, у нас тут что-то какие-то новости, горячие новинки. Награды события. По 60 карточек каждого. Тратьте с умом и веселитесь. Ага, спасибо большое, у меня нет столько кучи гемов, чтобы я мог все это тратить и веселиться. Навыки. Питомец. Так, отлично, смотрите-ка, у нас тут скоро новые питомцы откроются. Так, коллекция. И эмоджи. Эмоджи, я так понимаю, это эмоции, поэтому пока мы ничего этого приобрести не сможем. Что такое здесь? Это непонятно ничего. Ладно, фиг с ним пока. Ага, нужен третий уровень, чтобы разблокировать, ребята, эту возможность там поиграть. Ну, а пока, наверное, давайте просто с вами поиграем в дуэль Барбаркью. Нам все равно придется, ребята, играть в эти дуэли, чтобы как-то вырасти. Ну что же, понеслась. Ага, я подключаюсь в игре, в игру. И начинает тут меня уже нахлобучивать. Гаденыши. Ох ты, смотрите, здесь уже какие-то яйца. Понятно. Молот. Мой молоток. Так, давайте. А, нет, тут только один молот можно взять. Две бомбы, но один молот. Новые скиллы. Давайте, наверное, ураганчик с вами. Скоро что будет? Скоро будет доступна новая версия игры, да, новые герои, новые животные. Улучшится система гильдий. Понятно. Короче, тут ребята постоянно в игре пишут, какие будут новости. Так, ну-ка дайте мне... Я на каком месте-то сейчас? А, на шестом. Ладно, хорошо. Ты посмотри, прямо откуда ни возьмись появляются, а? Ну, видимо, они так возрождаются рандомно, поэтому и появляются здесь. О, бежит, бежит, бежит. Красный, красный. Все, пора с ним завязывать, ребята. Ну, не бежишь, гад. Нахлобучил я его все-таки. Так, что тут можно изучить? Давайте, наверное, мы с вами... Не знаю. Что-то хочется, ну, давайте скопированный предмет. Я не знаю, что он дает нам, но будем пробовать. Так, смотрите-ка. У нас очередной здесь демон стоит. Мы сейчас будем из него выбивать все эти горшочки с грибами. Так, я уже четвертый уровень получил. Тут уже недалеко и до пятого. Так, лимит предметов увеличен. Тихо, тихо. А, вот, ребята, мы когда берем с вами рюкзачок, да елки-палки, вот замес нафиг. Мы когда берем с вами рюкзачок вот дополнительный, мы можем носить уже по два предмета, а не по одному. Ты смотри, что, они что, все против меня? Эй! Да ладно, отвалите от меня, гады. Причем тут еще и лидер до меня докопался, а? Фиолетовый, видите? Ты, черт подери, не отстает, гад. Блин, 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 блинский. Ай, надо было курицу съесть, наверное. Нет, нельзя. Не... Оу, щет! Фига ты швырнул в меня. Так, ладно, у меня есть еще одна курочка. Если что, я могу ее подкрепиться. Так, иди сюда. Иди сюда, я буду тебя валить, гада. Ух, ё-моё, у нас, считай, на равных жизни. Ну, иди-ка. Кто кого, как говорится. Блин, он сравнял, очень быстро сравнял счет. Я потратил свою курочку последнюю. Ладно, фиг с ним, пускай он там... Блин, все равно бежит за мной, а? Его, видимо, задело это, ребят. Смотри, смотри, сломя голову чешет. Ну, ну-ну-ну, есть, ребята. Ух, завалил я его, я на третьей позиции уже. Так, у меня здесь новые скиллы появились, да? Что тут лучше, ускорение, ледяное кольцо и... Кражи... Да успокойся ты, а? Черт, в пузырь меня в какой-то засунул, гад. Ух! Замечательно, ребята, у меня седьмой уровень уже, и я на первом месте. Ледяное кольцо, я думаю, мне очень здесь пригодится. Так. Ну-ну-ну-ну-ну, давайте, давайте. Я, черт, промазал, ребята, я промазал, но надеюсь, ничего страшного там не будет. Все, ребят, я себя чувствую уже уверенно, я как на коне, грубо говоря. Тут на меня пятый, шестый уровень нападает, но... Даблкил, это хорошо, ребята. Давайте дальше мы тут разбираться с этими шалопаями. Заморозка. Ну, отлично, заморозили одного. Так, это у нас пятого уровня, да? Ну, иди сюда, что ты бегаешь вокруг меня? Хорош уже, сдавайся.
Только не убеги, только не убеги. Вот так вот добили мы его. Замечательно, горшочки наши. А это уже шестой уровень. Так, ну тем не менее, мы сейчас его должны разобрать. Куда ты там бегаешь, а? Давай сюда. Замечательно, опять двойное убийство у меня здесь. Так, давайте, заморозим их всех. Найс. Тройное, замечательно. Давайте, пойдемте с вами на рекорд уже. Раз пошла такая пляска. Давай, 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 ать, есть. Ого, 4 убийства. Шикарно, ребята. Так, давай еще одного для... Избежал он заморозки. 5 убийств. Ребят, мы идем с вами на рекорд, по-моему. Так, смотрите, этот такой уже побольше. 11 уровень. Ну-ка, иди сюда, ко мне. О-о-о-о, тихо, 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 не надо, не надо со всех сторон нападать. Я вас всех по... Оу, молотом по мне попали. Ладно, фиг с ними. Я, ребята, опять фиолетовый, видимо, в гневе. Есть, ах ты, черт подери. Рекорд мне мой сбили. Ну, за это они поплатятся. Я, правда, не знаю, тут их слишком много. Только и крошу их всех здесь. Так, смотрите, я уже 3 убийства сделал. Так, давай, давай, не бери бомбу. Гад, взял все-таки, а. Надеюсь, он ей не воспользуется. По-моему, он не успел. Ну, так, ребята, у нас 5 секунд осталось. Что такое? Что за вылеты? Так, блин, упали оба. Ладно, у меня-то, по крайней мере, полностью хпшки. Иди сюда, 12 уровень, я тебя должен подбить. Блин, я не могу понять, почему он... Что такое? Я в него бил-бил, а у него даже хп не отнимались. Хорошо, 5 уровень упал. Чувачок у нас. Так, давайте возьмем, наверное, бомбочку. На всякий случай, пригодится нам. О, ребят, 18 секунд. Я вблизи никого не вижу, никаких врагов. Жаль, я хотел... А, нет, есть, есть один. Так, давай, 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 дожимаем, дожимаем, дожимаем его. Ну, ай-яй-яй, чуть-чуть, ну, успеем. Есть. Я все-таки на дорожку его прихлопнул. И... Финал, ребята. Я на первом месте, как видите. 3507 очков успел набрать, получая золото. Давайте мы так закончим миссию. Ох ты, я получил бронзу 2, и это у меня вторая звезда. Отнеси меня, мастер. То есть, если я получу третью звезду, я, наверное, перейду на следующий ранг. Так, что бы здесь еще нам посмотреть, а? Так, смотрите-ка, восстановите ЖЗ вместе. Пополнить сейчас. А, это за деньги, да? $1 нужно... Нет, не будем мы этого делать с вами. Так, что еще у нас тут? Рулетка. Да, к сожалению, грибов у нас нету, поэтому крутить мы ее не сможем. Зато вот здесь мы получаем какой-то реворд. 1 гем и 5 грибочков. Маловато будет, хочу побольше этого всего. А что-нибудь еще нам здесь достанется или нет? Я вижу, вот здесь что-то есть. О, смотрите-ка. 10 карточек нового питомца. Видимо, какой-то дракончик. Славно, славно. Ну, сколько нам нужно, чтобы его собрать в одну кучу? Наверное, где-то за 200. 240 карточек обычно нам нужно собрать, чтобы открывать нового хорошего питомца. Особенно, если это какой-нибудь там эпический или легендарный. Ну что ж, давайте мы, наверное, с вами начнем бой. Посмотрим. Так, ну, как обычно, начинаем с самых низов. Собираем. Оу-оу-оу, я не успел появиться, уже какой-то хламон тут лезет на меня, а? Ты посмотри. Ладно, давайте-ка попробуем с ним посоревноваться. Кто, как говорится, кого. Так, давайте мы вот так вот ледяночку с вами изучим. Довольно неплохой скилл, согласитесь, да? Замораживает врагов, и их можно в этот момент разбирать. Эй, победа за мной. Так, понеслась дальше. Бомбочка нам обязательно пригодится. Правда, она, конечно, с меткостью немножко хромает. Но если попадает в радиус вот бегунов этих варваров, то довольно неплохо получается дамага. Тихо, 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 идут, идут. Их тут двое, блин, вот это плохо, ребята. Смотри, смотри, буянит, буянит. Оу, так, заморозка. Есть, сработал. Отлично, ребята, я их все-таки укокошил. Так, один еще какой-то третьего уровня на меня бежит. Я еще слабенький. Я еще слабенький. Так, вот у меня третий уровень появился. А у него уже четвертый. Смотри, смотри, бежит, бежит, гад. Ой-ой-ой, на, бомбу выкуси. Убежал гаденыш от нее. Так, ладно, хорошо, давай поговорим по душам с тобой. Ха-ха-ха, должны убить его. Все, готов, хламон. Ах ты, смотри, бомбу хватил. Ладно. Надеюсь, он ей не успеет воспользоваться. Да-да-да, конечно, конечно. Ё-моё, по-моему, все-таки меня немножко шандарахнул. Ладно, давай-ка иди сюда. Под мою эту, как его, секиру. Сейчас, 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 сейчас. Вот так, отлично. Победа опять за нами, ребята. В общем, все изумительно и великолепно.
у нас пока идет, мы всех тут крошим. Я в данный момент на третьей позиции нахожусь. Так, вот еще один, давайте-ка мы его попробуем. Это у нас американец, да? Да, именно он. Так, а может быть это и не американец, но, по крайней мере, под ихним флагом он выступает. Так, ну, давай-ка заморозочку. Ну, попадите все. Ух ты, вообще шикарно получилось, ребята. Так, давайте что-нибудь изучим. Кража жизни, вот, самое то, что нужно. Так, заваруха здесь. Главное устоять. Так, ну, попадитесь под заморозку. Есть, один все-таки попал. Как он так быстро отхиливается, я не понял, а? У него, наверное, тоже стоит что-то типа кража жизни. Так, ну, получится двоих? Нет. Ну, одного, по крайней мере, я точно прихлопнул. Тут уже у нас и лидер, оказывается, прыгает, да? Видели прекрасно, у него определенный такой значок. Вау. Вот я одного не могу понять. Когда я становлюсь фиолетовым, это что означает? Я в гневе или что-то? У меня усиленный дамаг. Пока не могу понять. Никакого особого преимущества не дает, кроме того, что я фиолетовый. А, скорее всего, ребята, это означает, что я лидер. То бишь, я вырвался на первое место, поэтому я становлюсь фиолетовым. Так, тихо, мед. Мед, он меня замедляет. Нам это не нужно, блин. Так, отлично. Все. А готов, охламон. Так, давайте, кто тут следующий у нас? Ага, я вижу 6-й уровень здесь. Ну, вот так-то вот, попал под раздачку. Ну, давай, иди сюда. Нет, побежал от меня. Прочь. Так, они прячутся все, видите, в этих облачках. Но это ему не помогло. Все, закокошил я его. Дайте мне грибы от него собрать. Остатки, как говорится, роскоши. Тут у нас, смотрите, как курочка есть. И подарочек. Вот так вот. Все это будет мое. Я никому не отдам и ни с кем делиться я не собираюсь. Ну, я его, по-моему, прибил. Он там должен распластаться. Нет, смотрите-ка, еще бегает. Вот теперь готов он. Все равно я пока на первом месте. У меня большее количество очков. Так, давай этим займемся. Отлично, двойное убийство получили. И давай тройное. Вот. Вот это уже другой разговор. Три убийства сразу. О, это очень неплохо. Причем у нас с вами есть курочка. Также есть скилл заморозка. И, как обычно, по стандарту у нас идет ускорение. Кто-то там молот бросает. Видимо, хотел в меня, но не тут-то было. Я успел от него убежать. Вау. Вот эти вот заварухи меня вообще прикалывают, когда целая куча их здесь. Вообще просто, знаете, блаженство такое. Разбивать, крошить их тут. Зарабатывать на таких дуралеях просто очки. Ну, давай, отлично. Зарабатываем с вами 4-е убийство. Это сумасшествие, кричит арбитр. Я, правда, не знаю, где он там сидит. Ну, он, видимо, за всем этим процессом наблюдает. Так, давайте-ка вот этих вот поджарим. Вот, ну-ка, иди сюда, 7-й уровень. Давай. Ух ты, у меня уже 15-й, ничего себе. Вот это я развился, ребята. Ну, почему он избежал моей заморозки, а? Я не понял. Да что ж такое-то, что он ничего не делает, я по ним попасть не могу. Элементарно, блин. Так, давай, во. Хотя бы еще одного нахлобучили. Ребят, хочу 16-й уровень, а лучше 20-й. Так, смотрите, я уже такой здоровый, блин. Пол карты занимаю. Бегает тут со своим топором. Всех хорошо. Ну, ай-яй-яй-яй, куда-то убегает. Но не тут. Да как, почему он? Я не могу понять. Я же попадаю по нему. Почему ХП у него не тратится, а? Может, читер какой-нибудь, а? Я не знаю, можно ли тут читерить или нельзя. Вообще ненавижу вот этих всяких читеров и так далее. Баггеров, блин. Так, ну ладно. По крайней мере, мы с вами... Ого! У нас уже 3000... Почти 3400 очков. Подарочки там появились. Ладно, мы идем быстрее в замес, потому что очень мало времени осталось. 30 секунд. Я хочу набить рекорд себе. Получится у меня взять 17 левел или нет, а? Вот что мне интересно. Вау, я такой здоровый, фиолетовый. Да, фиолетовый, ребята, это означает, что я лидер в этой карте. Так что, что ты там со своим мячиком прыгаешь? Допрыгался, блин, охламон. Так, у меня, ребята, ничего, к сожалению, нету. Ну, в принципе, уже и не нужно. Хотел до курицы сбегать, ну да ладно. Все равно победа уже будет за мной. Ну? Есть, ребята, 17-й левел я все-таки успел хапнуть. И первое, как обычно, место. Фух, шикарно. 170 золотых монет получаем. И бронза 3. Блин, нет, еще не перешел я на следующий ранг. Опять мне говорят, отнеси меня, мастер. Так, ну давайте немножко теперь разбираться еще, что мы можем сделать. Варварский уровень. Используйте золото для объединения коллекционных карточек. Понятно, но у меня, по-моему, недостаточно карточек, да?
Хотя мы сейчас, ребята, можем с вами посмотреть. Так, у нас здесь медали. Опять же, пока еще ни одной медальки не открыто. Все это у нас будет впереди. Так, временное. Оу, получаю один гем и 6 грибочков опять. А, 5 грибочков. И еще один реворд. Это у нас получается 100 голды, один гем и еще 5 грибочков. Ну, будем потихоньку копить грибочки. Так, у нас, кстати, 3000 монет золотых. Куда бы их, ребята, приткнуть? Питомец-кролик. Хе-хе. Питомцев тут, конечно, очень много, ребята. Так, бесплатный гем я не смогу получить. Ну, могу, но не хочу я сейчас никакую рекламу смотреть. Сюда нас по-прежнему не пускает. Нужен уровень 3. Как мне этот уровень получить? Пока что-то не догоняю. Здесь у нас режимы игры. Убийцы, безумные предметы. Вообще прикольно, надо будет это тоже как-то с вами прошуршать. А это у нас то, что мы получаем. Зал славы сезона. Я сюда, как видите, не вхожу. Ну, видимо, я еще слишком маленький, чтобы получать определенные какие-то предметы. Рейтинг, так сказать, свой повышать. Начать бой. Дуэль. Ну, это у нас обычная дуэль, так что можно, в принципе, и начать. Давайте-ка, ребят, приступим. И еще разок, может быть, если мы здесь победим, наконец-то нас перекинут все-таки в серебряную лигу. Я надеюсь, после бронзовой идет серебряная же лига, да? Так, воу-воу-воу-воу-воу, лихо-лихо начали, ничего не могу сказать, тихо-тихонько. Фига, они тут вдвоем меня крошат, тихо. Да что ж ты будешь делать-то, блин. Не, надо сматываться, ребят, по-моему, надо убегать от них. Опа. Одного кумарнул чуть-чуть. Ну, не так. О, сейчас, по-моему, закрошат меня. Тихо, давайте отсюда сматываться. Очень мало хп. Мне бы сейчас найти курочку, подкрепиться маленько. Вот, и тогда бы я устроил бы карнавальную ночку. Кстати, у нас потихоньку и так восстанавливаются хпшки, когда мы с вами не воюем. Но все равно Лулу до меня докопался, а? Он второго уровня, практически как и я. О, молот, вот это хорошо. На-ка, выкуси. Блин, промазал молотком-то, елки-палки. Ой-ой-ой-ой, мало хп, ребята, заморозка, если она меня... Смотри, какой хитрый, он знает, гад, что я включил заморозку и убежал. Так, это что у нас такое? Пивная кружка. А что она, интересно, дает? Пока не знаю, что она дает, но можно воспользоваться. А, она дает мне скорость, видимо. Смотрите, я... Да, но, правда, немножко. Быстро закончилось. Так, смотрите, здесь у нас опять этот демон стоит. Можно, в принципе, его побить. Давайте-ка мы торнадо изучим с вами. Вот, скиллы изучаются, ребята, по определенному, я так понял, уровню. Или в зависимости от того, сколько мы с вами сможем набрать горшочков вот этих вот. Так, иди сюда, хламон, 4 уровня. Блин, он у нас лидер. Ага, фиолетовым стал. Ладно, фиг с ним. Пока не будем, наверное, туда ввязываться. Давайте вот здесь вот потихоньку. Так, Валдис. Иди отсюда, 2 уровня этот Валдис у нас. Все равно у нас небольшое преимущество, ребята. Так, во, молот, молот. Ай, так, попал, попал. А вот теперь получи, гаденыш, а. Что, что сразу побежал-то, а? Куда? На-ка, выкуси. Ну, готов, хлопец. Да-да-да, вот лежи там и смейся дальше над тем, как я тебя покарал. Так, а здесь у нас, здесь лидер, ё-моё. Он какого уровня-то? 6-го. А я всего лишь 3-го. Ну-ка, получится, нету? Оу, ё-парсете. Ребят, он мне заколбасил. Все-таки. Блин, как же так нелепо, а? Ну, согласитесь, ребят, рано или поздно надо было когда-нибудь погибнуть. Я не мог здесь все время быть топом. Так, тихо. Ага, вышел, вышел, вышел. 6 уровень, опять же, это... Кто такой? Люсин какой-то? Не знаю, что за Люсин, но я его должен подбить. Есть, ребят, смотрите, я его накумарил таки. Во-во-во-во-во, тут у нас кто? Смотрите, тут и британцы, и... Тройное убийство, как я так умудрился, а? Воу, смотрите, лидер, вот он, 7 уровня. Я его заколбасил, да? Круто, ребята, 4 убийство мы получаем. Это очень замечательно, игра от этого становится только слаще, ребят, слаще, слаще победы. Так, у меня, смотрите, новые скиллы, очень много. Так, давайте, наверное, с вами ураганчик еще изучим. Что этот за электрический шар возле меня летает, что он мне будет давать? Мы сейчас это с вами увидим. Только не вижу пока никаких врагов. Ну, где вы, охламоны? А, во-во-во, бежит, 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 бежит. Ага, смотрите-ка, он бьет током этот шар. Но, правда, всего лишь один раз, ребят. К сожалению, почему-то. О, медок. Медок возьмем. Мало ли кому-то там надо будет бросить под ноги, чтобы он еле-еле двигался. Ну, а мы в этот момент его будем спокойно колбасить. Так, собираем все эти мешочки.
Хорошо, что эти демоны не могут драться. Они, правда, бросают какие-то бомбы, но все время мимо. Вот, рюкзачок мы с вами подобрали, а это говорит только об одном, что мы можем брать уже немножко побольше. Оу. Кстати, вот редко здесь кто играет за девушку, вот за эту, которая бегает с рыбой. В основном все играют варварами. Видимо, потому что здесь одни мужики рубятся. Настоящие барбарианы. А девушка так залетела сюда попутным ветром и тут же сразу же погибла. Ладно, хорошо, это нам только на руку идет. Так, я, ребята, опять же лидер. Опять же я фиолетовым становлюсь. Так, и у меня 9 уровень. А здесь, смотрите, 5. Нахлобучил я его. Тройное убийство мы зарабатываем. Давайте вот с этими ребятами тоже разберемся, да? Тут 6 уровни у нас между собой дрались. Черт подери, ну иди сюда. Вот так вот, готов, хлопчик. Пускай немножко полежит, отдохнет, подумает над своими поступками, действиями. А мы с вами дальше бежим. Согласитесь, довольно прикольно у нас варвар бежит под ускорением, да? Руки вверх, топор. Давай, на отмашку, во! На-ка, выкусили? Блин, меня кто-то долбанул. Так, иди сюда, хламон, я сейчас буду с тобой разбираться. Готов! Партизана завалили. Так, Тиффани, иди сюда ко мне, 8 уровень он. Куда сбегаешь? Так, что такое? Ага, время, ребят, поджимают. Я не понял, я по Тиффани уже 2 раза бомбанул, а ХП у него не отнимается. Странно это все как-то, подозрительно, если честно. Ладно, Жора, получи. Так, двойное убийство получили, хорошо. Так, мадам тут появилась у нас. Это, кстати, по-моему, одна единственная девочка у нас вот в этом матче. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай, вставай-вставай, давай, твоя рыба тебе не поможет, не поможет. Все, разобрал. Тройное убийство, замечательно. Так, давайте этим теперь займемся. Он у нас 5 уровня. Ну, против 13-го, куда тебе тут тягаться-то со мной? Я бы лучше бежал бы на твоем месте, сломя голову куда-нибудь подальше от меня. Нет, он все равно хочет меня подбить. Ну, он за это и поплатился. Так, вот здесь отлично. Вообще шикарно. Ребят, 14-й левел я заработал. Жаль, конечно, рекорда я не успею поставить. У меня, помните, 17 уровень это рекордный был. И победа, ребята, тут победа. Да, я на первой позиции. У меня около 3000 очков. Хорошо, давайте смотреть, куда нас перебросят и дадут ли нам что-нибудь новенькое. Я все-таки в бронзовой лиге. Так, вернуться в лобби. И... Слушайте, ничего не дали почему-то. Странно как-то это все... Что-то, видимо, я не так делаю. Так, бесплатные геймы, нам это все не нужно. Так, друзья, обучение, коллекция. Давайте в коллекции посмотрим. О, давайте-ка мы с вами вот так вот сделаем. Мы получили с вами быстрый пинок 1 уровня. А здесь ураган тоже можно, кстати, сделать. Опять же, 1 уровня. Слушайте, шикарно у нас. Ох ты, я что, 2 уровень получил или мне показалось? Так, здесь вроде бы пока ничего. Давайте посмотрим по питомцам. Ага, 800 стоит. А может быть... Так, а вот здесь 4000, обалдеть можно. Давайте вот этого, может быть, с вами. Или вот этого лучше. Нет. Давайте-ка мы, наверное... О, там эпические пошли уже. Нет, давайте вот этого, да? Будет немного быстрее восстанавливаться энергия. И тем более всего лишь 200 золотых. Все, шикарно. Да, ребята, у нас с вами 2 уровень. Вон, оказывается, очки летят все вверх. Ёлки-палки, я получил 3 левел. А это означает только одно, ребята, что я смогу... Давайте вот эту вот эмоцию откроем с вами, а? 800. Прикольно. Интересно, это как будет у нас эмоция действовать? В общем, все это мы с вами посмотрим. Так, давайте изучим. Оу, шикарно, 4 уровень я получаю, ребята. Теперь у меня вообще все просторы открыты. Так, тут уже, конечно, суммы обалденные идут. Блин, вы посмотрите, да? Джентльмен, скин. Ага, умри, 9 гемов. Блин, это чтобы его купить, 240 карточек нужно, да? Это вот количество душ получается у нас, да. И если мы, например, по максималке возьмем, 1200 гемов нужно, чтобы его приобрести. Слушайте, ну, может быть, когда-нибудь это и можно сделать, накопить столько гемов. Ну, если мы так будем по одному, по две штучки. Так, маньяк меня приглашает вступить в его команду. Слушайте, не знаю я, стоит ли пока этим заморачиваться. Думаю, что нет. Давайте-ка дальше с вами разбираться, что здесь новенькое. Смотрите-ка, обучение. Увеличивает атаку понемногу каждый уровень.
Во, давайте-ка мы с вами. У нас 3 очка навыка. Я даже не знаю. Тут, смотрите, увеличивает максимальную энергию по чуть-чуть. Так, давайте, наверное, уберем. Во, улучшение. Давайте улучшим топор себе. Удачно открыт. 1 из 5. То бишь, до 5 раз можно улучшить его. Так, я думаю, что лучше нам... Слушайте, блин, давайте, наверное... Не знаю, попробуем. И топорик. Все, 3 очка мы с вами сливаем. И я думаю, что теперь у нас открываются... Так, подожди, не сюда. Вот сюда я хотел. 1 на 1. Хе-хе-хе. 10 гемов требует нанять. Так, отменить согласование. Так, честно говоря, я немножко не понял, что здесь нужно сделать. Но время почему-то идет, а совпадений никаких нету. Может быть, отменить и нанять все-таки за 10 гемов. Совпадений доступно 50 из 50, то бишь 100%, да? Давайте попробуем вот так вот сделать. Начать за 10 гемов. Во, видите? За гемы сразу нас впустили. Так, начать бой. Игра начинается, подбираем 2 игроков. Я так понимаю, тут 1 на 1? Да, ребята? О-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Да отвалит от меня, блин. Слушайте, а где наши жизни-то? Я не вижу, чтобы у нас отключались КП. А, вот, только сейчас начнется бой, видимо, ребята. Это у нас была разминка. Мы так друг друга посмотрели. Мы оба с тыквами тут. Все. Вот, понеслась, ребята. Вот теперь уже началась сама игра. А там был подбор игроков. Так, мы начинаем почему-то сразу с 3 уровня. Так, нормуль, нормуль. Пока идет все хорошо, ребята. У нас 1 на 1. Никого лишних здесь нету. То бишь, честный, справедливый бой. Получил, гад? Получил? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, дай добить, дай добить. Ух, первая победа за мной, ребята. Первое убийство, о да. Кричит арбитр. Ну, так, ага, он выбегает. Блин, а у меня хп-то почему-то не восстановились. Все, все у нас нормуль. Так, давайте-ка по чуть-чуть, ну. Ах, ты гад, ну. А, он готов. Ребят, смотрите-ка, 0-2 пока. Счет за мной. Так, опа, 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 Ничего себе он тут раздухарился. Кстати, уровень у нас, ребята, не растет. Вообще, абсолютно не растет. Хотя, может быть, за убийство он и будет расти, но пока... Да что такое? Я... Оу, нет, сейчас добьет, наверное. Да, добил. Хорошо, а жить? У нас счет 2-1. Так, ну все, я должен отомстить, блин. Иди сюда. Сказал, иди сюда. Кстати, мы оба с ним из России. Это можно определить по флагу. Ну, ну-ну-ну-ну. Есть, ребята. Победа за мной. До 3 побед, видимо, здесь идет у нас выигрыш. Технарь, блин, закончить. Ну что же, получили мы с вами 15 гемов. Это неплохо, плюс еще 5 карточек дракончика. Так, давайте-ка мы сейчас с вами темное приключение. Давайте посмотрим, что это вообще такое, а? Вы можете получить 0 цыплят. Рекомендация магазина жареного цыпленка. Слушайте, довольно неплохо. Надо обязательно здесь посмотреть, что у нас такое. Так, и... Так, ну-ка, что здесь такое? Что здесь за... Это что-то за скин такой? За эмоджи. Так, ну... Что-то я не пойму, ребят. Что-то они все стоят. Так, а это что у нас такое сейчас было? Выбор каких-то матчей. Игра начинается, подбираем 7 игроков. Ах, вот оно что, ребята. Это комнатка у нас. Такая, где мы ожидаем сейчас... боя. То есть, пока будут набираться у нас игроки. 70, вот 1 секунда наверху, вы видите, идет отсчет. 10 игроков уже набрано. А сколько здесь вообще предел по игрокам? 5 на 5 будет? О, 11. Так, хватай Биба. Ой, это я что, ускорил, что ли? Видимо, никто не выбирал, в какую игру будем играть. Я нажал хватай Биба. Я не знаю, что это такое. Все. Началась игра, ребята. Так, собери материалы. Ладно. Выживших 24 пока. Ну-ка. Так, это что такое сейчас было? Темнота наступает. Темнота наступает, да? Ага, понятно. Так, ну-ка, трупик, иди сюда. Так, я что-то не помню. Почему этот труп... Да что ж такое? Что за трупик такой неубиваемый, а?
странно. Так, одного кого-то уже шваркнули, я смотрю. У нас осталось 23. Невозможно одеть больше предметов. Да мне-то, в принципе, и не нужно одевать больше предметов. Так, что здесь у нас? Опять трупик, а? Уже опять сундук здесь облазил. Слушайте, я пока, честно говоря, не особо понимаю, что здесь нужно сделать. Но, как я понимаю, мы идем здесь на уменьшение. Трупик, ты достал, а? Слушайте, а может быть мы с этим трупиком в одной команде, а? Посмотрите, у нас Никита с ним зеленые, а есть еще красные здесь бегают. Я его пробовал наказать. Ну-ка, давайте-ка проверим нашу теорию. Так, блин, они что-то все быстро убегают очень. Темнота наступает, пожалуйста, что там? Найдите что-то там. Ну-ка, дай-ка... Да, ребят, смотрите, вот красных я могу бомбить, а зеленых нет. Все понятно, у нас здесь командный бой получается. 10 на 10, наверное, или сколько там у нас? 24 было, да? Это получается 12 на 12. Ой-ой-ой, как мало хп у меня осталось. Ну, давай... А, добили, замечательно. Блин, ну здесь мы и также ограничены в ресурсах, ребята. Смотрите, мы можем находить с вами определенные плюшки только вот в таких сундучках. Но это не факт, что эти сундучки не открыты. Сейчас мы с вами увидим в этом. Смотрите-ка, здесь пусто, и здесь тоже пусто. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Да ладно, как вас тут много? Еще и бомбы тут бросают на меня, а? Так, еще побежден кто-то. Осталось 16 выживших всего. О, вот это можно... Ну! Ну, давай-давай-давай-давай, Влада этого добьем. Отлично, победили. Так, 15 выживших остались. Ух, хорошо-то как. Ну-ка, давай попробуем. Ой, а у меня второй уровень, а у него уже четвертый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, попытка не пытка, ребята. Ну, ай, он меня заморозил. Ёлки-палки, заморозку не сработал. Я не понял, ты чё? Ах, вот оно что. Если мы с вами выбываем из игры, то бишь нас побеждаем, мы будем смотреть, как кто-то из нашей команды продолжает бой. Хорошо, интересно знать бы, кто здесь ведет, красный или синий. Ну, красных я вижу тут куча, просто куча их, блин. Ёлки-палки. Видимо, ребята, сюда нужно приходить уже раскачанным. То бишь, все скиллы, которые я при вас до этого учил, нужно раскачивать. Они нужны именно вот для таких вот заданий, миссий, квестов. Как хотите, так их называйте. Вот. Видимо, я очень слабенький был. Вот эта вот темнота что-то мне совсем не нравится. Вот. Трупик у нас бегает. Я смотрю, тут он всякую... Хочет что-то, видимо, найти для себя. Так, смотрите, темнота наступает. У нас постоянно сужается игровая зона. Слушайте, где-то я такое уже видел в какой-то игре, когда сужается игровая зона, и ты должен находиться... Так, темнота перестала расширяться. Ага, ну потихоньку она всех притесняет, притесняет. То есть, если ты будешь находиться в этой темной зоне, ты, наверное, погибаешь. Скорее всего, это должно быть выглядеть именно так. Так, хорошо, ладно. Ой, да, похоже, у нас только трупик в живых и остался. Ай-яй-яй-яй-яй. И у него причем очень мало хп. Он не может себе восстановить жизни. Нету, как говорится, достойных здесь сундучков. Если он возьмет бомбы, ну, вряд ли это ему поможет, конечно, ребят. Нет. Почему-то я чувствую, что мы здесь проиграли. Темнота на подходе опять. Так, ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй, где же жареный цыпленок? Да, ребята, трупик у нас был последний из нашей, так сказать, команды. Ну да ладно, ничего страшного, это была моя первая попытка. Теперь, по крайней мере, я знаю, чего нам с вами ожидать в дальнейших играх. Ну, а на этой ноте, наверное, мы будем с вами завершать, да? Завершать эту серию. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то с вас лайк, пожалуйста, не поленитесь. Вот, ну что же, и будем, наверное, завершать мы с вами серию. Обязательно увидимся в следующем выпуске. Будем смотреть с вами новые какие-нибудь режимы. Естественно, качаться, развиваться, занимать первые места и повышаться по лиге. А на этом все, всем пока.